Ты меня только что ударил. Шакал ебаный. Ты чё, ёпта, ты из правого ряда в крайне левый хули заворачиваешь? И чё, сколько лет правил дорожного движения, ты, блядь? А то тебе правило меня, кто тебе право меня нахуй дал посылать? Ты чё, ёбок, блядь? Тебе кто дал право меня нахуй посылать, эй? Нахуй я тебе, блядь, вру я сейчас, блядь, рисуй, охоти. Долбоёб, блядь. Я поздравляю, ДТП. Уезжаешь с места, ДТП, лишение ой, прав. Пошел лишение нахуй. Прав. Пошел нахуй. Я звоню в ГИБДД. Удар зашел ему в заднюю часть. Тут по-любому вина ваша. Нет, там удар. Зачем? Я не ударял его. А я выйдем посмотрим. Зачем? На видео записано. Вы что говорите? Что записано? Место ДТП. Я же вас снял. Я прям на видео говорю. Говорю, товарищ. Я не ударил его. Я машину ставили. Товарищу майору я показал. Вот, товарищу майору я видео показал. Я не ударял его. Замечательно. Ну вообще, детский сад. И если ты умеешь в таком возрасте еще клеветой заниматься... Какая же клевета? Давай, экспертизу, машину давай подожди. Дядь, пойди, сам еще раз говорю. Да. Я вот даже заказал... Или извинишься, или мы разойдемся. Или не разойдемся, и это будет скандал большой. Понятно? Мне 60 лет, это справка. Ты еще липовой справкой ты меня обзываешь. Ты вообще нахал, оказывается. Не успел родиться, быть таким нахалом. У меня дети в твоем возрасте, две штуки. Выколесывают свой аппарат. Дети мои. Вы меня оскорбляете. Я господи. Не оскорбляю, ты нахал. Ты меня стукнул еще. Тихо, господа. Я спокойно. Оскорбляю.